Oh. Айтсан ауыстыр, мен көзім бүрмейді. Начало второго сета. Польский спортсмен ведет со счетом 2-0, 15-0 на его подаче. Поляк хорош делал все правильно. Выполняя удар с воздуха, ошибся сантиметров на 20 за боковую линию по 15. Поляк решил идти вперед. В общем-то, правильно. Но не дошел до сетки. 15-30 на его подачу. Безупречен польский спортсмен, выполнил реверс, четко по месту, на паузе, очень хорошо готов. Тяжело, но это его игра, ему нужно работать чем сильнее. Можно вот чуть-чуть подальше, ему раздражает. Проходит первый мяч у поляка. Ошибается с отскока. Эрбол 0-3. 0-3 пока что во втором сете. 0-3 пока что во втором сете. Спортсмены выполняют переход, и с нашей стороны будет подавать Миколай Лоренц, Польша. Миколай Лоренц, Польша. 3-0 он идет во втором сете. Первый сет также остался за Миколаем. Хороший, качественный теннис показывает Николай. При этом эрбол подает.
не проходит первая. Приличная плосковатая игра Миколая, не справляется эрбол, выполняя игру с отскока. Ну, смеем предположить, что здесь вот сейчас, когда матчи идут на таком уровне, уже сказываются особенности техники выполнения тех или иных ударов. Хорошая подача эрбола. Хорошо. Миколай принял решение. Правильно пошел вперед. Нужно дергать эрбола на такой ситуации. Первое. Вот в очередной раз хочется сказать, что эрбол, когда играет на максимуме, у него начинает все получаться. Сейчас проходит первый мяч, и уже Николай ошибся. Подача шла в тело. Четко эрбол разобрался с короткого мяча, положил по месту. Николай не дотянулся. Больше эрбола. Ну вот такое ощущение, что эрбол начинает находить игру. Но опять же, ему нужно играть на все 100%, по нашему мнению, для того, чтобы создавать давление на соперника. Хорошая подача эрбола. Какую плотную игру демонстрирует Николай. Эрбол принимает решение, что мяч не попал. Но Николай идет проверять. Нам отсюда не видно, но такое ощущение, что все-таки по траектории казалось, что мяч, наверное, все-таки был в площадке, но нам отсюда не видно. Эрбол принимает решение, Николай оспаривает ситуацию. Спортсмены смотрят на следы. Интересно, чем закончится это спорный момент. Не знаю, чем закончилась история. Все-таки принимает решение, видимо, очков полость. Значит, решение спортсмены приняли в пользу эрбола. Гейм эрбола. 3-1 в
пользу Николая во втором сете и 0-30. Очень приятное впечатление производит Николай. Очередная ошибка, торопится выполнять удар, 0-40. Да, интересное развитие событий, как быстро поменялась игра. Николай такой опытный спортсмен. Играет Николай, не торопится. Ошибка, выполняет удар с отскока. Отдает еще один гейм. Счет становится 2-3. Эрбол пока что уступает. Эрбол пока что уступает в сете номер 2 со счетом 2-3. Интересно развивается матч. То очко, видимо, вывело определенным образом Николая из равновесия. Он буквально в один удар отдал очки гейма. И счет. Отдал очки на своей подаче. И счет стал. Два, три. Сетка при выполнении подачи эрболом проходит первая. Как хорош. Как хорош эрбол, двигаясь к мячу. Но Николай был четок в обводке. 0-15 на подаче эрбола. Проходит первый мяч у эрбола. Игра, которую должен демонстрировать эрбол. Играть на 100% все очки. Каждый удар отрабатывать на максимуме. В этом случае он играет, у него идет игра по 15. По 15. По ощущениям, мяч вышел за пределы корта. Насколько, мы не можем сказать, но, наверное, может быть на сантиметр. 30-15. Не идет у эрбола первый мяч. Четок в атаке Николай положил плосковатыми ударами с короткого в две стороны. Сначала под правый эрбол, потом косой под лево. Не справился эрбол с такой скоростью. Не идет. По 30.
воткнулся в удар поляк больше уэрбола. Интересное развитие событий. Больше уэрбола польский спортсмен принимает. Втыкается в мяч поляк, допускает ошибку. Интербол нашел свою игру. По три во втором сете. По три. Интересная история. Сваливается с троса. Поляк. Хорош. Ошибается польский спортсмен. 0-15 на подаче. Интересно развивается матч. Вот было 3-0 в пользу поляка. Но потом как-то не идет уже первая. Интересно. Двойная, 0-30. Один какой-то мяч, который спорный, был сыгран. Потянул за собой гейм, потом еще один. И вот уже 0-30 у поляка. По три во втором сете, 0-30 у польского спортсмена. Удар поляк, 0-40. Эрбол в своей тарелке. Почувствовал вкус крови. Не идет у поляка первая. Ну, поляк нормально. Гейм. И вот уже польский спортсмен уступает. Уступает. Непонятно, что там со счетом. Видимо, одно очко было сыграно. 15-40. Да, что-то я потерялся со счетом, уважаемые друзья. Двойную дает поляк. Гейм. Эрбол повел впервые в матче. Эрбол повел впервые в матче. Эрбол повел со счетом 4-3. Напоминаю, уважаемые друзья, что сегодня 2 мая 2016 года, время 10:23. Первым запуском на четвертом корте на турнире в Раковнике встречаются Миколай Лоренц, Польша. Вот он сейчас будет подавать с нашей стороны площадки. Против него эрбол ЛДР Улу, Россия. В матче первого круга турнира первой категории ТЕ Богемия Карфекс. 4-3 эрбол ведет во втором сете. У польского спортсмена прием. Ошибка поляка, выполняя удар с отскока. Такое ощущение, что эрбол находит свою игру. Но от себя добавим, что эрбол начинает добавлять к ударам определенное звуковое сопровождение. 30-0 эрбол.
проходит первая урбола, 40-0. Не идет первый мяч. Странно. Пять-три эрбол впереди. Но складывается такое впечатление, что польскому спортсмену не нужно обращать внимание на эти звуковые сопровождения эрбола. Да, интересно, интересно развивается матч. Сел поляк, что-то не идет у него первая подача. Четко положил два раза под право. Второй мяч был противоход. Мяч сорвался с линии. И эрбол на растяжках не смог перебросить мяч. Так, что со счетом у нас, уважаемые друзья? Со счетом потерялся что-то я со счетом. Поляк начинает допускать много ошибок. Идет уже первая. Срывает подачу, прием подачи эрбол. Соскакивает с ракетки мяч. Ошибка польского спортсмена. Такое ощущение, что подсел он немножко. Он сказал: ничего не могу играть. Видимо, подсел. Встают ноги. Очередная ошибка поляка. И что мы видим? Счет был 3-5. Эрбол терпит, делает то, что может. Ошибается с приема, видимо, ровно. Вот сейчас ключевой момент. Чёток поляк. Молодец. Надо назвать вещи своими именами в такой ситуации, когда он подсел, когда у него сыпятся ошибки. В общем-то, встали ноги уже. Надо понимать, что он подсел. Эрбол работает свою игру. Ошибку допускает эрбол, выполняя удар с отскока. Ну,
смею вам заметить, уважаемые друзья, что, на мой взгляд, это определенная хитрость эрбола, когда он, выполняя удары с отскока, добавляет еще звуковое сопровождение. Мы пока что файлом закончим на счет. Счет 5-4. Эрбол подает на сет.